Итак, девятый ход. Первый игрок у нас Лео. Лео. И второй игрок у нас Чарли. Так, Лео себе ничего не меняет. Чарли тоже. Лео выходит на улицу и вступает в бой с бунтующими. У них нет проверки ужаса. И сразу же минус 4 плюс 4, 0. Оружием пользоваться мы не будем, поэтому мы автоматически проваливаем проверку. Восстанавливаем здоровье до максимума. Точнее, сначала оказываемся в больнице, получаем травму и потом восстанавливаем здоровье до максимума. Ну, давайте сразу здоровье, потому что так ближе. Так, восстанавливаем здоровье и оказываемся в больничке. И получаем травму. Так, это у нас минус один к фокусу. Ничего страшного. Так, далее Чарли у нас переходит во вторую половину и вытягивает еще одну карту контакта. Синяя не подходит. Так, далее. Синяя тоже. Зеленая тоже не подходит. Либо красная, либо желтая. Желтая. Да твою маму. Так. Ночные звезды меняются. И открываются двери ужасающего храма, из которых начинает простираться черная тень. Бросьте кости, потеряйте столько единиц рассудка. Так, ну давайте бросим кость. Бросьте кости, потеряйте столько единиц рассудка. Ну, более двух единиц рассудка мы потерять не можем. Предотвратить мы можем потерю одной единицы рассудка. Так что даже если мы бросим кость, выпадет один, мы ничего не потеряем. Выпадет два, мы потеряем одну единицу рассудка. То есть на один мы теряем, мы ничего не теряем, благодаря способности Лео предотвращать потери. А от двух и выше мы теряем одну единицу. Ну давайте бросим. Нам выпало 6. Мы теряем одну единицу рассудка. Так, а что же происходит у нас дальше? А дальше фаза мифа. Так, неизведанный остров Портал и улика в научном здании. Так, улика и Портал. Другое измерение. И монстр у нас уже на окраине идет. Это козлиное отродье. Так, все слабаки у нас собираются на окраине, как обычно. Так, шестиугольники, свои черты, звездочки и треугольники. Ну, никто не передвигается. И все трясуны измерений и гончие Тиндаласа, у нас таковых нету, возвращаются в пул монстров. Если бы хоть один монстр вернулся, уровень ужаса бы нам бы пришлось потратить две улики Чарли Кейна, чтобы предотвратить повышение уровня ужаса. Так как это заголовок, она у нас идет не под одну, а под предыдущую карту. Так, и на этом девятый ход заканчивается.